С праздником! Цвета российского триколора на одежде, на баннерах – все дают дань уважения одному из основных символов нашей страны. В этом году празднику уже 25 лет. Появились традиции, и с каждым годом под единым флагом собирается все больше людей. Это день главного символа нашего государства. Это, прежде всего, вера в наше государство. Это знамя наших побед, достижений. Самое главное в этот день, чтобы над нами было чистое мирное небо и наш флаг развивали ветра только позитивных перемен. Несмотря на то, что День флага не является официальным выходным, отмечается он с размахом. В Расторгуевский парк пришли десятки и сотни горожан. И праздник получился красочным, таким же, как наш флаг. Повсюду организовали многочисленные флешмобы и мастер-классы. А со сцены лились душевные русские песни. Программа концерта подобрана очень тщательно. Каждое выступление трогает за душу и, конечно, объединяет людей. Нам все очень нравится. Мы любим такие мероприятия. Мы горды за нашу родину, за наш флаг. Воспитываем, так сказать, патриотический дух у детей. Показали свой зажигательный номер и артисты танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс». Ребята регулярно отстаивают честь российского триколора на чемпионатах и соревнованиях. И каждый раз, по признанию танцоров, трепетно и до дрожи в коленках. Это, конечно, волнительно очень, но мы всегда очень сильно стараемся, чтобы нашу страну все любили, уважали и могли гордиться. Мы стараемся с честью и доблестью нести наш российский флаг по миру, по различным, я бы сказал, соревнованиям мирового масштаба. История флага насчитывает несколько веков, и она также неоднозначна и полна событий, как и история самой России. Неспроста его цвета олицетворяют все самое важное. Белый, синий, красный. Почему эти цвета на флаге? И хотя единого мнения нет до сих пор, все же считается, что именно они символизируют черты нашего народа. Так белый говорит о благородстве, красный – о мужестве и силе воли, а синий символизирует умение любить. Завершающим акцентом праздника стал вынос российского флага длиною почти 50 метров. Юные артисты с чувством гордости держали в руках огромное полотно нашего трехцветного символа. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.